Здравствуйте, дорогие зрители! Это гороскоп для знака зодиака Дева на период с 7 по 9 ноября 2023 года. Луна окажется в вашем первом доме гороскопа. В эти дни ваше внимание будет расположено на самого себя. Вы задумаетесь о том, как вы выглядите, что следует поменять во внешности или в своем стиле одежды. Возможно, вы станете искать описание определенных процедур в интернете, либо что-то заказывать в магазинах. Возможно, в эти дни девы даже будут зациклены на том, как их видят окружающие, как они их расценивают. Вы будете болезненно воспринимать любые замечания в ваш адрес. Пожалуйста, девы, будьте повнимательней. Кто-то из вас запишется в фитнес-зал, либо начнет курс диеты, чтобы скинуть лишние килограммы. В эти дни вам захочется добиваться своего, отстаивать свою точку зрения и позицию. Но здесь нужно быть аккуратнее в плане личных отношений. Вы можете обидеть своего партнера, если будете доказывать свою правоту. 8 ноября планета Венера входит в ваш второй дом гороскопа. Поднимется сфера касательно финансов. Вы задумаетесь о своем имуществе, задумаетесь о смене работы или подработки для того, чтобы доходы превысили расходы. Девы могут почувствовать дискомфорт и придет ощущение, что денег снова не хватает. В эти дни главное сильно не нервничать, а заняться именно теми делами, от которых вы получаете радость и удовольствие. Если вам все же потребуется помощь, то обратитесь к своей семье. Близкие смогут вас поддержать и настроить на хороший лад. 8 ноября – хорошее время для того, чтобы задуматься, где вы набираетесь своих ресурсов. Подумайте, что вам дает силы и уверенности в завтрашнем дне, и используйте это. Дорогие мои девы, я желаю вам крепкого здоровья, счастья и финансового благополучия. У вас обязательно все получится. Главное, поменьше нервничать. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем до свидания.